В основном представление об этом учении сложилось с легкой руки Высоцкого. Помните? Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Хорошо, а что же остается? Последователи Кришны утверждают, что душа. Духовный учитель прилетел сегодня утром в Москву. В Шереметьево 2 его встречали многочисленные поклонники. Несмотря на ужесточение таможенного законодательства, отечественные кришнаиты умудрились проникнуть за таможенную стойку, где обрели духовного учителя. Впрочем, их можно понять. В столице его божественная милость пробудет всего 8 дней, а в СССР, оказывается, их уже около 150 тысяч верующих. Ваша милость, some of the world about your invitation in Russia. Hi Krishna, thank you very much. I don't speak Russian. Speak English. Yes. Please speak English about your invitation. Yes, I've come here to see all my disciples and friends in Russia, and also to speak about Krishna consciousness here. It's a very ecstatic welcome. A little bit troublesome for you, I think. Thanks. Hi, Krishna. Все. Да, 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 да. Вы не боитесь, что вот сейчас могут такие же проблемы возникнуть? He's from TV and he congratulated with your successful arrival and he knows that in the past you had some problems with KGB. Don't you think that it could repeat, the story could repeat itself? I think with the officials allowing an arrival like this, that things have changed quite sufficiently here in the USSR, and I don't think that we will have a repetition of the things that happened in the past. Он говорит, что я думаю, что поскольку власти разрешили такой приезд и такую встречу, то я не что ситуация достаточно сильно изменилась в Советском Союзе. Я не думаю, что история повторится. Кто вас пригласил? Who have invited you? All of them? Все они. Я прошу обратиться вас к зрителям телевизионной службы новостей со своим словом. Could you say two words to the news information? Yes. This Krishna consciousness movement has a lot to offer all of the people of the society. Это движение сознания Кришны, у него есть очень много, что оно может предложить всем людям общества. Actually, we have solutions to many of the problems which are plaguing the people of the world today. На самом деле у нас есть решение для очень многих проблем, которые мучат людей в современном мире. All of these problems are based on the bodily identification of life. Все эти проблемы на самом деле основаны на телесном самоотождествлении людей, на том, что они думают, что они тело. Because I think I'm this body, therefore I have so many problems in relation to other bodies. Так как я думаю, что я это тело, мое тело, то у меня есть очень много проблем по отношению к другим телам. But when one realizes that he's an eternal spirit soul, then all of these problems in relation to the body just disappear. Но когда человек осознает, что он является вечной душой, то все эти проблемы, которые имеют отношение к временному бренному телу, сразу же исчезают. Actually, the entire government should take advantage of this Krishna consciousness movement. На самом деле, все правительство должно воспользоваться и получить благо от этого движения сознания Кришны.
And if everybody is chanting Hare Krishna mantra, this whole country will turn into a place where there is no anxiety. Если все будут повторять Hare Krishna мантру, то эта страна превратится в место, где не будет никаких проблем и беспокойств. Спасибо. Кажется, мы нашли ключ к своим проблемам. Спасибо. That's right. Very good. Hare Krishna. Hare Rama.